Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Веловива», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание на обозрение хочу предоставить детский велосипед на возраст от 3 лет. Этот велосипед с размером колеса 12 дюймов. Велосипед имеет легкую раму, она сделана из стали, но это облегченная рама, облегченная сталь. Велосипед очень комфортный в эксплуатации, как для первого велосипеда для ребенка, это будет самый оптимальный вариант. Почему? Потому что часто у детей при начале эксплуатации велосипедов легкий дискомфорт в педалировании. Они не понимают, как давить и как ехать. Они стоят и ногами вот так вот дергают и не хотят ехать. Поэтому часто бывает на велосипедах отсутствует задний тормоз, ножной тормоз. Отсутствует ножной тормоз для того, чтобы детям было удобнее подбирать ногу для начала езды. И именно этот велосипед, модель называется Z1, имеет такую способность. Можно, получается, ребенку поставить ноги на педали и назад, подбирая себе нужный угол педали, вращать. А потом ехать. То есть здесь нету ножного тормоза. Здесь есть передний и задний тормоз, которые работают на ободах. Есть дополнительные колеса боковые. Есть защита красивая. Велосипед выполнен в симпатичном таком варианте, как будто это автомат. Если присмотреться сдалека, то данный велосипед выглядит довольно-таки интересно и красиво. Есть пластиковый щиток, который закрывает цепь. Есть крылья пластиковые. Есть флягодержатель, который крепится под седлом. Дополнительные колесики. Хорошая, емкая, большая корзина на переднем колесе. Сами колеса имеют гладкий протектор, что комфортно сказывается при езде по асфальту. Шуметь, шипеть не будет. Вот видите, как легко крутится колесо. На колесах есть специальные пластиковые такие фигнюшечки, штучечки, которые при езде начинают крутиться, вращаться. Это вызывает большой интерес у детей. Оно движется, шумит. Ну, на самом деле сделан велосипед очень классно, красиво. В контексте как для детского велосипеда. Все сделано очень надежно. На таком велосипеде кататься можно в возрасте от 3 лет, повторюсь. Есть возможность регулировки седла. Подседельная труба регулируется легко при помощи легкосъемного эксцентрика. Можно изменять высоту седла, не применяя при этом никаких ключей. Внешне, как вы видите, очень красивый, симпатичный, разноцветный велосипедик. Подседельный зажим имеет такой золотистый цвет, как его еще называют, цвет бензиновый. Красивый, симпатичный зажим. В общем, если вас заинтересовал этот велосипед, размером колеса 12 дюймов, модель называется Z1, приходите в наш киевский спортивный магазин «Веловива». Если вас интересует, сколько этот велосипед весит, это всегда мы можем вам предоставить на обозрение. Вес велосипеда 8700 грамм, как для велосипеда с размером колеса 12 дюймов, это достаточно нормальный, адекватный вес. У велосипеда есть еще звоночек, мягкие, приятные ручки. В общем, ребенку на таком велосипеде будет удобно делать первые уроки езды на велосипеде. Понравился велосипед Z1, размер колеса 12 дюймов, приходите в наш киевский магазин на Харьковском шоссе. Понравился видеообзор, оставляйте отзывы на нашем YouTube-канале. Если хотите оформить покупку этого велосипеда по интернету, заходите на сайт velovivo.com.ua, оформляйте заказ, и мы вам его отправим. До скорых встреч!